Ну вот, дождались, свершилось. После долгих зимних месяцев наступила весна. Уже слышны птичьи трели, а на деревьях появляются первые почки. И пусть зима еще сопротивляется, ее конец неизбежен. В эфире первая в этом году весенняя программа «Всем». В течение февраля месяца в Туапсинском районе проходили традиционные сходы граждан. Жители общались с главами администрации района и поселковых округов. Подробности из репортажа Владимира Азарова. Основной целью схода является отчет администрации округа о проделанной в прошлом году работе и ответы на вопросы жителей поселка. И здесь мы приведем некоторые интересные, на наш взгляд, цифры. Новомихайловский поселковый округ занимает территорию 40 тысяч гектаров. В состав округа входят 11 населенных пунктов. Органами местного самоуправления являются Совет выборных, администрация округа и органы территориального общественного самоуправления. Администрация насчитывает 14 человек и состоит из 7 отделов и служб. По предварительным данным общероссийской переписи населения, прошедшей в октябре прошлого года, в округе проживает 14 577 человек, в том числе в поселке Новомихайловске 10 117, в селе Плехо 1110 и в ауле ПСВ 409 человек. По национальному составу население распределяется следующим образом. Русские составляют 10 645 человек, армяне 2215, адыги 752, 395 украинцев, 69 белорусов и 3% составляют другие национальности. На военном учете в округе состоит 3105 граждан, 178 призывников, 292 допризывника и 320 офицеров запаса. Во время весенне-осеннего призыва в ряды российской армии было призвано 27 человек, что, кстати, в два раза меньше, чем 5 лет назад. Также в отчетном докладе была отмечена работа налоговой инспекции. Всего за прошлый год налогов было собрано на сумму более 1,5 миллиона рублей. Почти треть составил земельный налог, около 800 тысяч – имущественные. Кроме этого, в прошлом году поселок занял первое место в конкурсе на звание «Самый благоустроенный поселок края». Премия 100 тысяч рублей также была направлена на благоустройство. Исполняющий обязанности главы округа Владимир Неверкевич отдельно отметил помощь, которую оказывают руководители здравниц «Орбита», «Золотой колос», «Юный нефтяник» и Всероссийский детский центр «Орленок». Что было сделано за этот период времени? За период времени полностью отремонтированы очистные сооружения Всероссийского детского центра «Орленок», 50% канализуемых стоков, которых пользуются поселок Новомихайловский. И могу сегодня сказать, что вода на сбросе по предельно допустимым концентрациям, она ниже допустимой нормы. То есть очень хорошая очистка, мы ввели блок биологической очистки, и теперь территория на пляже Новомихайловском и, соответственно, Всероссийского детского центра района, можно говорить об экологически чистой ситуации. Вторая часть встречи была посвящена ответам на вопросы граждан. И, наверное, самые острые задавались начальнику жилищно-коммунального хозяйства Галине Прониной. Это и понятно. Жители прежде всего интересуют бытовые проблемы и пути их решения. Как обычно, все упирается в финансы. И здесь Галина Пронина акцентировала внимание на долгах. Задолженность населения за коммунальные услуги составляет 3 400 000 рублей. Кстати, этот вопрос поднимается на всех встречах главы района с населением. И решать его с каждым днем становится все труднее. Средние доходы населения растут медленно, а оплата за коммуналку значительная. Много вопросов касалось благоустройства поселка, в частности, строительства стадиона. Уважаемые родители, давайте вместе. Не надо ждать с неба манной, когда построят, чтобы наши дети. А давайте вместе, и мы, и вы. Тогда она будет быстрее построена. Везде есть стадионы. В Орленке есть. И у Чемоданова есть стадион, и у Горюнова есть стадион. Так давайте сделаем один Новомихайловский. Я думаю, что и Александр Васильевич поможет, и руководители помогут, и родители, все могут. Тем более место есть в центре возле спортивной школы 10-й. Прекрасно помещается стадион, спортивный комплекс, где будут заниматься дети. Тем более мы проводим ежегодно первенство зимнее по футболу. В этом году в Орленке, спасибо, Орленок помогает, предоставляет поле для мини-футбола. Там
участвуют более 47 команд района. Значит, есть заинтересованность в развитии футбола. В общем, акцент был сделан на то, что все проблемы можно решить только совместными усилиями администрации и населения. И этому надо отдать должное. Ведь всем известна старая истина. Наши проблемы за нас не решит никто. К сожалению, не все итоги прошедшего года и завершившейся зимы оптимистичны. Работники службы пожарной охраны города Туапсе и Туапсинского района бьют тревогу. Число людей, погибших в пожарах зимой 2003 года, больше, чем за весь 2002 год. Для работников службы пожарной охраны города Туапсе и Туапсинского района зима 2003 года стала поистине горячим временем. За три месяца в городе и районе произошло 25 пожаров, погибло 10 человек. Двое получили ожоги разной степени тяжести. Для сравнения, за весь 2002 год от пожаров погибло 9 человек. Основная причина гибели людей происходит от удушья, от того, что дым попадает в легкие, и происходит отравление углекислым газом. От воздействия температуры очень редко погибают люди. В ночь на 6 января произошел пожар в частном домовладении села Ольгинка. Погибло 2 человека. Предположительная причина – взрыв газового баллона. Поселок Новомихайловский, рождественская ночь. Пожарная команда вызвана на тушение 4-го этажа общежития по улице Ленина, 9. Погиб 1 человек. Причина пожара – неисправная электропроводка. Ночь с 23 на 24 января. Город Туапсе, улица Омская, 25. От удушения угарным газом погиб мужчина 50 лет. Самая частая причина возгорания – курение в постели в нетрезвом состоянии. 26 февраля. Город Туапсе. При пожаре погиб мальчик 2,5 лет. Ребенок был оставлен без присмотра. Пытаясь спасти сына, мать получила ожоги средней степени тяжести. Предположительная причина пожара – игра со спичками. Основная и главная – халатность и безалаберность. Если произошел пожар в вашем доме, первое, что нужно сделать, это немедленно вызвать пожарную охрану. Второе, если есть возможность, обесточить дом и своими силами уже приступать к тушению. Ни в коем случае не паниковать, вывести больных, детей, вынести документы и самим приступать к тушению. Телефоны пожарной части поселка Новомихайловский 92-101, 91-401. 28 февраля по инициативе Краевого комитета по делам молодежи в поселке Новомихайловский прошла акция «Город чистый от наркотиков». Студенты педагогического колледжа Всероссийского детского центра «Орленок» общались с подростками и жителями поселка прямо на улице. Цель акции – выявить представление подростков о проблемах наркомании. По итогу у нас всего было 4 вопроса, и как бы все люди на них отвечали, и большинство, как бы мы сделали такие выводы, что большинство людей вообще не знают тех, кто принимает наркотики, и очень плохо относятся к этому, тех, кто принимает наркотики. Но у них есть также и информация о том, какие виды вообще наркотиков бывают и какие последствия бывают. Вопросы, которые задавали ребята, были довольно просты. Какие виды наркотиков вам известны? Есть ли среди ваших знакомых те, кто употребляет наркотики? Знаете ли вы, какое влияние оказывают наркотики на организм человека? Как относитесь к распространению и употреблению наркотических средств? Мне вот первый клиент попался, вот первый вопрос, когда я делал, вот один, он и знает, какие виды наркотиков, он даже их сам принимает, и есть у него знакомые наркоманы тоже, и знает он последствия, все знает, но все равно принимает. Такие социологические опросы проводились в нашем округе и ранее. Хочется, к сожалению, сказать, что более 30% подростков уже в своей жизни пробовали наркотики. И почти половина, более 50%, не знают последствия потребления наркотиков. То есть и самое, что страшное, в нашем поселке почему-то анаша не является наркотиком. То есть это считается, ну, как в одном ранге, как никотин. В конце разговора говорим детям о том, чтобы что есть люди, которые о них думают, и что они наше будущее. Потому что проблема наркомании, она на данный момент является основной, и она затмевает все остальные проблемы. 1 марта Россия отмечала День гражданской обороны. Эта организация была создана еще в 1972 году.
Ее цель – борьба со стихийными бедствиями и природными катаклизмами. Структура гражданской обороны есть и во Всероссийском детском центре «Орленок». Гражданская оборона – это система общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время в целях защиты населения от возможного нападения противника и обеспечения устойчивой работы народного хозяйства. Они начали осуществляться еще в Первую мировую войну и играли важную роль во Второй мировой. В связи с появлением ядерного оружия развитие системы гражданской обороны стало просто необходимо. Важное значение придается обеспечению населения противогазами, медицинскими препаратами, позволяющими снижать опасность различных видов заражения. В Орленке отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях возглавляет Владимир Николаевич Карасев. Вся трудовая деятельность его связана с вооруженными силами. Опираясь на свой богатый опыт, он твердо может сказать, что... В этой работе мелочей не должно быть. Уж что-что, а в этой работе... Если в некоторых вопросах можно пройти мимо, то здесь мимо нельзя проходить, потому что это может когда-то быть связано с гибелью людей и с большими материальными потерями, которые потом восполняются гораздо больше, чем лучше вначале их предупредить. Вот о чем речь. Одна из важнейших задач отдела по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях не только ликвидация различных бедствий, но и их предупреждение. В Международную организацию гражданской обороны вошли практически все государства. И это понятно, ведь любую стихию легче победить сообща. Удивительная штука жизнь. Одним она дает все или очень многое, а другим приходится доказывать свое право на лучшую жизнь каждый день, каждую минуту. Вопрос, что лучше, детский дом или жизнь с вечно пьющими родителями, уже стоял перед Горскими, Димой, Леной и Танечкой. Дети родились в так называемой трудной семье. Отец пил и издевался над детьми, а мать подолгу не возвращалась из загулов. Оставалась одна надежда, любимая бабушка Лида. Она как могла подкармливала и одевала внуков, а после смерти отца забрала детей к себе. Дима бедненький даже ходить не мог. Его сын кое-как там водил в горы, ну, стал ходить, двигался, а Лена сознание постоянно теряла. Мы не могли этого видеть, забрали все. Жили в маленьком старом домике с земляным полом в селе Подхлебтовое. Возникали проблемы с продуктами, дровами, дети не имели возможности учиться, а река подходила под самый порог. Дети очень боялись нас, потому что думали, что мы их заберем в детский дом. Убегали в лес, как дикие дети были у нас. Но с ними дома бабушка занималась. Дети были как-то подготовлены к школе. В 2000 году семью Лидии Георгиевны Кимичиджи поселили в поселке Новомихайловский. 5 человек в одной комнате общежития по улице Ленина, 9. С тех пор в их семье ничего не изменилось, разве что дети выросли. Старшей Надежде уже 16 лет, Диме скоро исполнится 14, Леночке 13, а Танюше 9. И комнату обещали еще дать, но ничего. Сколько я ходила, школа беспокоилась, ничего. Придешь, подождите, зачем вы, говорит, ходите, мы сами к вам придем, идите, не приходите. Мы вот тогда-то придем. Сижу, жду, нету, пойду опять. Вот что вы пришли, не мучайте, сидите. Мы скоро придем, оформим. Писали мы от школы. От отдела опеки и попечительства писали мы запрос на имя Виктора Васильевича Кошеля. Нам обещали, что этот вопрос по поводу жилья на контроле. Виктор Васильевич поставил этот вопрос на контроль Прониной, но пока что никаких сдвигов нет. Семья так и обитает в этой одной комнате. Недавно у Лидии Георгиевны возникла проблема с обменом паспорта. Она инвалид детства. В момент распада Союза имела неосторожность проживать в Кабардино-Балкарии, которая, кстати, и по сей день входит в состав Российской Федерации. Я обратилась в наш паспортный стол по поводу обмена паспорта. Мне отказали. Ну, причину сказали, что я была прописана в Кабардино-Балкарии. Вот. Нужно было доказать, что я там проживала, что она принадлежит к России. Сказали обратиться в суд. Я поехала в суд, мне сказали. Для того, чтобы принять от вас заявление, нужен отказ. Чтобы написал паспорт, начальник паспортного стола дала отказ. Она, я приехала, она говорит, мы не даем отказ. Такие не пишем справки.
А там опять, мы опять туда поехали, они сказали, без этой справки мы не можем принять ваше заявление. Бюрократическую систему пробить сложно даже здоровому человеку. А если ты инвалид? Так и ходит Лидия Георгиевна по замкнутому кругу. Не может поменять паспорт она, не может получить ее дочь Надежда. А в мае такая же проблема возникнет у Димы. Вот такая жизнь, полная нерешенных вопросов и тревог, волнений за неокрепшие души детей. Таких семей слишком много, скажут скептики. Всем не напомогаешься. А может, все-таки стоит попробовать чиновникам вспомнить о своих обещаниях, а нам стать добрее и внимательнее друг к другу. Проблем у наших детей довольно много. Задумывались ли вы, уважаемые родители, сколько весит портфель учащегося средних классов? Примерно килограмм 8-10. А загруженность рабочего дня среднестатистического школьника зашкаливает за все разумные пределы. Познакомьтесь, это просто Маша, обычная девочка. Она учится не только в 6-м Б-классе средней школы номер 10, но и в школе искусств поселка Новомихайловский. Ее рабочий день начинается довольно рано. Подъем в 7 часов утра, необходимые гигиенические процедуры и подготовка к музыкальным занятиям. В 9 часов утра Маша уже поет в хоре. Затем урок хореографии. Быстрая перебежка и работа с репетитором. Дополнительно девочка занимается английским языком. Несколько минут на обед, и Маша отправляется в родную 10-ю школу. Ей предстоит выдержать 6 уроков. Да не просто отсидеть, а получить, уяснить и запомнить море разнообразной информации. Домой ребенок возвращается в 18 часов. И вот здесь начинается самое сложное – подготовка домашних заданий. Конкретные нормы домашних заданий таковы, что в первом классе со второго полугодия ребенок должен дома заниматься не более часа. Во втором классе домашние задания должны быть где-то около полутора часов. Третий, четвертый – 2 часа. Когда дети идут в старшие классы, по нормам они должны дома письменно выполнять работу где-то составляющую 1/3 того, что они делают на уроках. Исключения, конечно, могут быть. Это сочинения, рефераты, вот, там какой-то доклад кому-то отдельному ученику. Но в основном требования такие. Но каждый учитель считает свой предмет самым главным. 2-3 задачи по математике, правила и упражнения по русскому языку, 3-4 книжных страницы по литературе, а еще история, география и занятия с репетитором. Рабочий день заканчивается на часах 12 часов ночи. Мы получаем столько информации в день, что переварить ее, конечно, практически невозможно. Она пролетает мимо ушей. Когда ребенок перегружен, проявляется неврозность, раздражительность, плохой сон, потеря аппетита, нежелание учиться в школе, нежелание выполнять домашние задания, нежелание общаться с сверстниками, конфликты с учителями, родителями. Также сказывается на его состоянии здоровья. Начинаются головные боли, эмоциональные срывы. Здоровье у нас полезное. Так что, уважаемые родители и педагоги, задумайтесь, оправданы ли нагрузки? Что важнее, как говорят студенты, красный диплом и синие щеки или красные щеки и синий диплом? Самое большое богатство нашей страны – это дети. Такого огромного числа юных талантов, вероятно, нет ни в одной стране мира. Особенно это заметно в Орленке, ведь сюда каждую смену приезжают самые одаренные дети России. За 4 часа Игорь Лисин может нарисовать Бритни Спирс, за 5 – Шакиру. В основном он рисует красивых людей, людей, на которых смотрит весь мир. Джастин Тимберлейк, Дэвид Духовный, Дженнифер Лопес, Эминем, Энрике Иглесиас – всех этих звезд Игорь уже нарисовал. В его коллекции более 100 портретов. Нравится выражать чувства людей именно через их лицо и особенно глаза. Красота внутреннего человека, ее можно выразить через его внешнюю красоту. Игорь никогда не учился в художественной школе, и результат, который вы видите, это талант от природы плюс немного усилий.
В разные времена разные идеалы красоты. На протяжении многих веков таким идеалом была Джоконда. Здесь с Леонардо да Винчи Игорь Лисин может поспорить. Но я не считаю, что Мона Лиза это такой красивый идеал. Если только посмотреть на глаза, может быть, ее глаза о чем-то говорят. У тебя красивый человек мама. Да, мама у меня красивый человек, я ее не один раз рисовал. Будем надеяться, что в скором времени мы сможем увидеть работы Игоря, ну, например, в Третьяковской галерее. Похоже, вот этот глаз. Многие думают, что оживить неживое способно лишь чудо. Может, это и так, но посмотрите на эти куклы. Они наделяются характером, чувствами, как только актер берет их в руки. Я на солнышке лежу и ушами шевелю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, и ушами шевелю. В данном случае это актрисы из города Архангельска. Девочки занимаются в театр-студии «Сюрприз». Приехали в Орленок для того, чтобы... показать себя, чтобы все знали, что есть такая театральная кукольная студия «Сюрприз», что есть такой городок Архангельск. В общем, как-то себя проявить, чтобы не сидеть сложа руки просто. На своеобразное увлечение девчонок сверстники реагируют по-разному. Одни не принимают его всерьез, другие просят раскрыть секрет, как вдохнуть в куклу жизнь. Искреннее сердце и чистая душа – вот и весь секрет. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Существуют и свои сложности в жизни кукол и людей. О них актрисы говорят следующее. Когда переходишь от куклы к кукле, надо вживаться заново в образы. Иногда просто бывают куклы, которыми очень трудно управлять, и вот приходится учиться и пробовать много раз. Все вот, ну, тяжело иногда бывает. Впереди у юных талантов сложная и интересная творческая жизнь. Главным, как они считают, остается общее пожелание для всех. Верьте в сказку! Смена 97 человек из детского лагеря «Звездный» ударились в туризм и краеведение. Таких разных девчонок и мальчишек объединяет одно желание – узнать как можно больше о природе и истории Северного Кавказа. Все как положено. У краеведов есть устав и даже свой гимн. Есть такой краеведческий центр, где живут все большой семьей, и ничто разлучить нас не сможет. Даже если поедем домой, ты наш центр краеведческий любимый. Ты нам радость и удачу подарил, приняла нас звездная дружина, а вожатый нашу душу покорил. Знакомство с историей Северного Кавказа началось с изучения дольмен. Это памятники архитектуры. Первые из них были построены еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. До сих пор ученые спорят о том, что это такое. Одни утверждают, это места захоронения древних людей. Другие верят, что это своеобразные диагностические центры. А третьи относятся к дольменам с опаской. Они считают, что дольмены оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Задача научная у краеведения – собрать полностью материал о дольменах, его систематизировать и, скажем так, чуть-чуть приоткрыть тайный занавес, ну, скажем, этой исторической загадки. Дольмены – это явление, оно вне, скажем так, пространства, то есть они, дольмены, существуют как на юге нашей страны, они существуют за рубежом, они существуют в Африке, то есть они распространены по всему миру. Поэтому ребята, которые приезжают сюда, они не воспринимают дольмен как местное явление, они его воспринимают как явление мировое, и это стимулирует их дальнейший поиск даже дома. Поражает одна закономерность. Диаметр окна дольмена 38 сантиметров. Их обязательно строили возле родника. И вне зависимости от размеров дольмена, отношение высоты, длины и ширины имеет одни и те же пропорции. В эту смену перед ребятами стоит суперзадача – попытаться дать объяснение этому загадочному явлению. И кто знает, может быть, именно их гипотезы окажутся единственно верными. Весь материал, который будет собран, я отвезу домой, и там продолжу это изучение дольменов.
Сегодня первый день масленичной недели, а называется он «Встреча». В старину именно в этот день начинали печь блины, устраивали общие качели и горки, а дети мастерили соломенную куклу и называли ее «Масленица». Во вторник девицы-молодицы отправлялись кататься с горок, а в среду тещи приглашали зятьев на блины. В четверг начинался полный разгул, а в пятницу зятья приглашали тещ в свою очередь на блины. В субботу молодые невестки встречали своих родственников, а в воскресенье, которое еще называют прощенным воскресеньем, люди прощали друг другу огорчение. Так что живите с миром, пеките блины и ходите друг к другу в гости. На дворе весна. Каникулы, чтобы были. Всего-всего хорошего, что еще ждать? Весной день рождения будет скоро уже. Здоровье. Большего благополучия, здоровья и улучшения материального положения. Больше улыбок, добрых людей, хорошего настроения. Чтоб у всех было все хорошо, чтоб не было никаких хлопот. Радости, счастья, любви. Цветы, солнышко ясное. Прежде всего, любви, здоровья, хорошего настроения. Добро, счастье, здоровье немножко, гриппом не болеть. Тепла, обновление, конечно. Удачи. Прежде всего, красивый, чтобы поселок стал. Ой, легкой жизни и меньше нервотрепки. Наверное, успешно сдать экзамены. Всего самого хорошего. Счастья, любви. И я надеюсь, что погода нас будет радовать все время. Хорошего, чтобы мир на земле был, чтобы тепло было и не голодовать нам особенно. Звука шагов ночи глухой и узнавать.